Предприниматели приглашают к участию в конкурсе «Лучшие товары Республики Калмыкия». Проект дает владельцам бизнеса уникальную возможность продемонстрировать качество своих товаров и услуг, услышать ценные рекомендации и получить реальную возможность повысить их конкурентоспособность и узнаваемость. Потребители по всей стране и за рубежом доверяют продукции и услугам дипломантов конкурса. Участники получат дипломы лауреата или дипломанта, право использовать эмблему конкурса в рекламных целях и участвовать во всероссийском этапе программы «100 лучших товаров России». Отмечу, в республике конкурс не проводился долгое время и был возобновлен профильным министерством в 2020 году. С этого времени наши товары ежегодно входят в сотню лучших страны. Сначала в топ-100 попали керамические тандыры, затем полуфабрикаты из калмыцкого мяса. Прием заявок и документов продлится до 30 марта по адресу город Элиста, улица Намтуачирова, 13, кабинет 20. Итоги будут проведены в конце мая. По всем вопросам обращаться по указанному телефону.